Всем привет! Меня зовут Коновалова Роза. Я приехала из города Семипалатинска. Просто я хочу показать то, что есть именно талантливые люди. Не только те, у кого есть хороший голос, либо хорошая внешность, а что это в целом есть. Я считаю, что у меня это есть. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Коновалова Роза. Я из города Семипалатинска. Сколько лет вам, Роза? 19. Отлично. Вы учитесь? Учусь, да. А где? В медицинском университете. А специальность какую хотите? Что будет отличить? По сердечным делам, кардиологом хочу быть. X-Factor – это моя шанс мой пробиться дальше, потому что я думаю, если я достойна этого, если я добьюсь чего-то, то я, скорее всего, даже уйду из профессии. Да. И какое место музыка занимает в вашем сердце? Самое, что ни на есть, большое место. Что вы будете петь, Роза? Я буду петь песню Рэя Чарльза «His Road Jack». Отлично. Серьезно? Это серьезно. Поехали. Удачи. Поехали. Спасибо большое. His Road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. His Road Jack, don't you come back no more. What you say, His Road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. His Road Jack, don't you come back no more. Oh, mama, don't treat me so mean, you and me so old, I've never seen. I guess if you said so, I had to buy my things and go. That's right, he's a road jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's a road jack, and don't you come back no more. What you say? What you say, Ерлан? What you say? Мне, конечно, не хватило резвости, наглости, дерзости. Я эту песню слишком хорошо знаю и много раз слышал. На самом деле, практически слушаю ее каждый день. Поэтому, возможно, что-то где-то вас подвело. Здесь нужно было тогда вылезти на артистизме и показать свои глаза играющие. Глазки-то у тебя шаловливые, честно говоря. Было старание, было желание удивить, было желание доказать. И это заслуживает... Внимание. Давайте проголосуем и узнаем. Может, мы увидимся в следующий раз? Я скажу нет. Действительно, увидимся в следующий раз. Я говорю да. Тогда увидимся скоро, я говорю да. Спасибо. И два да дают вам возможность продолжать участие в нашем конкурсе. Молодец! Мы с мамой и танцевали, и болели, и переживали. Мама очень сильно волновалась за тебя. Спасибо. Как ты себя чувствовала на сцене? Мне было очень страшно, потому что для меня это первый опыт. Mm-hmm. Я никогда так не выступала. Здесь немножко мне было тяжеловато, конечно. Mm-hmm. Так, я покажу еще себя.